Больше частной инициативы. В Самарской области прошло заседание Совета при губернаторе по содействию развитию конкуренции. Регионы в этой сфере демонстрируют серьезные показатели роста. Дошкольное образование, фармацевтика, стройматериалы – отрасли, где здоровое соревнование между бизнесменами обеспечивает самые высокие показатели качества работы. Кроме этого, в муниципалитетах губернии активно внедряется антимонопольный комплаенс – система внутреннего контроля, которая направлена на предупреждение нарушений антимонопольного законодательства. В ходе заседания Совета одобрен региональный список товарных рынков для содействия развитию конкуренции. Началась подготовка дорожной карты по поддержке данного направления на ближайшие 3 года. Главные принципы, по которым будет строиться план действий – ориентация на потребителя, системный подход, постоянное улучшение работы и прозрачность органов власти. По мнению Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, Самарская область входит в число наиболее эффективных регионов по внедрению этого стандарта. Сегодня обязательными требованиями являются внедрение данного стандарта на не менее чем на 33 товарных рынках. Это могут быть самые разные рынки, начиная с рынка там, хлебобулочных изделий, там, производства промышленной продукции, каких-то услуг, там, парикмахерских, туристических и так далее. Мы взяли на себя повышенные обязательства, мы внедряем этот стандарт на 38 товарных рынках.